Я не знаю, что именно летело в Киев пока. У меня ощущение, я обсуждала с другими людьми, что, возможно, это были даже баллистические ракеты, которые практически невозможно сбить. А тогда это был первый запуск баллистических ракет, и тем более первый запуск из Беларуси. Возможно, это были даже калибры, которые шли с Каспия. И тогда, я не оговорилась, калибры с Каспия, но тогда это означает, что Каспийская флотилия отстреляла просто свои последние ракеты. Это реально ракеты, дорогостоящие, использовались как полевая артиллерия. Вот он стреляет по Бахмуту просто, чтобы, значит, куда-то попасть. И если там были действительно «Искандеры» из Беларуси, это значит, что вот он как раз об этом договаривался с Лукашенко. Еще раз повторяю, это далеко не 100%, но и с Романом Светаном, и с некоторыми людьми мы обсуждали, что уж больно неожиданно эти ракеты образовались в центре Киева, а, в общем-то, кроме как из Беларуси, их образоваться нечем.